У этих 66. А там их написали 4. Танцуют какие-то, он говорит, нахуй. Язык почти не осталось. Корка, блядь. Бэт, это вообще обложен гаджетами со всех сторон, что? Ничего вообще не делал. Блять, не та сторона, все, я сливаюсь, пацаны. Давай. Как новый PlayStation купит, зовем тебя, брат. А новый зачем? Ты же разобьешь его сейчас, игру сотрешь? Нет, я не буду разбивать его, игру стирать. Он вообще куплен на первую зарплату на свободе. Он, короче, такой. Много значит. Первая зарплата — куплю PlayStation. В ангар бежишь? Да, нигде вообще. Вообще их не вижу никого. Они нигде не бегут. Подожди, я ставлю минуту. Они на нас не видели. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага, тут будет мина. Так, ну я опять один на один с лампочками. Блять, у меня ж дигл. Выстрелил по лампочке. Все равно горят, прикинь. Что, я спущусь, если попаду по нему? Нет, не попаду. Что-то странные ребята, прикинь. Часовым меня два раза уже пометили. А он ни разу сам метку не бросил и не стрельнул по мне. Боится, что этот картонку не прошьет. А их тут двое. Ты не рискуй так сильно разведаться. Ты нам еще нужен, да? Да. И давай завязывай с этим. Не, вы как рашить бежите все, так ладно, блядь, потом. Нормально все. Ой, блядь, меня убили. А я хорошо, ну, ладно, в кустах. Вот эта отмазка канает, ой, блядь, меня убили. Ой, ой, да. Че ты, ребята, не лохие, блядь. Стандартные мазовые. Что-то они жесткие, пацаны. Что-то у меня джойстик подтупливает, да? Слышали, да, в чек?
О, часовой метку поставил. Научил я часового играть. Слышали, да, какой камень в мой огород вообще прилетел? Просвети лес вон тот, вот там. В той стороне, может там кто-то сидит. Разведчик над миной, над моей завис, такой, опа, пометил. Они, походу, когда разведка взлетает, они, блядь, перестают дышать, что ли. Автометку отключил, прикинь, тыркает на меня. А, вот, пометил. Такого раша они не ждали, смотри. Осколочная. Держали новые мины. Ставлю мину для наших наркоприятелей. А чё у меня тут рядом эта хрень? Могу себе позволить. Весело играем. Вообще отлично. Ну чё, поем за рашем? Поем за рашем их. Да нет, постой, так-то в принципе. Омск, ты где вообще, с какой стороны идешь? Я собака. Вон одного вижу. Я уже здесь у них. Рядом со мной топчет кто-то, ребят. 87 метров ты мне на него дал. Бегает со мной кто-то рядом. Где ты? Это убийца. Я в ангаре. Это разведка по-любому. Это дрочер. Опа. Hello. Опа, hello. Он ко мне прибежал, сука, охуел совсем. О, где-то у дороги недалеко стрелял. Пинчелы где-то. Да я, блядь, охуел сам от такой хуйни отвечаю. Сюда бежит. До конца летел за мной, до конца прям. Не отставал. Куда стреляешь? А там часовой. Вон там. Я сейчас его ёбну, постой, нет, а тут. Только что метил в бинокль его. Хорош. Около тебя разведчик. Где-то там. А, он вон, со стороны этого. Или это вы жахнули эту хрень? Нет, не мой. Значит, разведчик. Сейчас я. Я его пытаюсь увидеть там. Вот он, да, рядом. Разведчик возле Андрюхи. Рядом взлетает, да. Где-то. Тепловизора нет у тебя? У меня нет. А, у разведчика. Надо брать разведку того, у кого есть тепловизор. Тепловизор вообще тема. Но он летает тогда меньше в три раза, блядь. Или знаешь, кого надо взять этого? Вчера я этим играл. Нормально. Диверсант? Помечал. Диверсант, да. У него вообще охуенный дрон. Его и не слышно, и не видно, что он взлетел. Не, его слышно и видно, если он рядом пролетает, ты его прям видишь. Но это... Его разведка, если наша разведка летает, его прям видно, как он летает, короче. С дрона его видно. Короче, пацаны, давайте, все. Заебала эта хуйня. Не убивайте разведчика, сейчас я его не найду. Потери. Вот и снайпер, на. Вот тут и был. Да я тут сижу. Ну от тебя выстрел там пролетел. Запускаю дрон. Я подыму. Вон мина. А, вот, вот он в бочке. Это снайпер. А, он в моей бочке, сука, сидел, где я сидел, да? Да. И взлетай. Охуенная, кстати, метка. Место охуенное вообще. Для снайпера, для дрочера.
Короче, они для меня вообще не денежные ребята. Я их не пометил нихуя, я сдох, блядь, два раза. Мне такая не нравится игра. Я вообще просидел в ангаре. Может, сейчас приду. Кто не взял? Ой, блин. А какая разница, что у того калаш, что у того калаш? Да есть разница. Ну да, одного не подавишь, не, блядь. Не взорвешь, блядь. Да ну нафиг. Заказал телек из Китая, пришла просто фанера. Фанера в этом полиэтилене черном. Да, да, да. В форме телевизора. Нормально, кстати, на фанере не пробовали смотреть ничего. Это жестко. Можно с зарплаты купить, блядь, 65 дюймов нахуй себе. Обкуриться нахуй, сидеть смотреть. Причем обкуриться, это уже телевизор, ебать, ну, просто кусок ДСП отпилил от него, забил, покурил. Ну, рядом вариант. Поскреб чуть-чуть. Враги меня заметили. Ставлю мину для наших наркоприятелей. Не удалось оторваться. Да что ж ты не бегаешь-то, кот? Деструктор у меня. Сейчас к тебе пойду. Привет. Сейчас подыму. Привет. О, где он там? Подымаю. Где там действует противник? А, о. О. Я иду к нему. Это вообще вики, что ли? Викинг просто. Он меня увидел. Вик? Решил зарашить. Есть. Да, блин, сколько в него всадил, блин. Нормально, так, чтобы мне хватило его добить. Блин, лампочки отсвечивают. Чё, у тебя вот еще один, сам? Парни, вот еще один. Где? Вот. Этот. И... О, привет, убийца. Сейчас я, пацаны, кину в него куст. Куст кинешь? Куст кинешь. Куст кину, на. Сейчас, говорит, кину в него. Да слышь, Вася, ты чё забираешь? Мои сразу. 25 очков мне дают только. Чё, не деньги? Да это радуйтесь, когда так. Ну надо брать. А, вот он. Хоть один. Чё, вышел так в упор на меня? Да, Дим, синие победили. Мне даже сложилось впечатление, что они первую разведывательную провели, а потом взяли глушилку, блядь, там что-то там туда-сюда. А, ну ясно. Разведали, ребята. Я сегодня видос писал, ну один играл с утра, рассказывал там зрителям нашим, что таких вот много ребят, кто вот так вот сливаются с престижных, с рейтинговых боев. Что много кто на мышках с клавиатурами играет. Ну, за мышки на ты не влияешь. Ну, это же видно, Диман, когда они на мышах играют. Нет, я говорю, предъявить за эту тему нельзя. Ну, смысле, конечно. Ну, то, что он на мышке. Он же не читер, блядь. Он купил официальную... Не, ну, все равно можно приравнять к читерству, потому что... Ну, давайте, как бы... пацаны, тоже купим, сложимся и купим. Точнее, что складываться, блядь. Да я бы нам. Купил, в том смысле, что вот куда ее поставить, это надо стол. Серьезно? Ставить под нее, садиться, блядь, там по-другому все. Конченно. Я так сижу на кресле, ножки закинул на стол. Прикинь, джойстиком. Кто-то говорит, что вы много едите, покажите ему это видео. Фу,
И тоже будем такие же кренделя, бля. Ну это, наверное, безумно вкусно, раз она может сожрать тарелку, которая в два раза больше ее. Да говори, че? Солодый воздух? Не? Или вы? Не, не. Ещё раз скажу. Дальше. Ну, уже колонка. Бой. Сейчас бой закончится. Да. Напомню сразу, как только отыграем раунд. Там мы поем, покурим, и я тебе как раз расскажу. И по Bluetooth сейчас. Я же вот Ленке дарил. Да я вспоминаю анекдот просто. Ну, то. Чё, команда посильнее, ребят. Сейчас аккуратненько. Пирожков хочу. Харди Бойс. Нет, пирожков. Посуду моешь, музыку слушаешь. Позвали своих друзей. Да, папу позвали. Папа, нас нагнули. Чай иду. Чай иду. Напомни их лица. Кто это был? Запускаю дрон. Ну. Жалко, у нас некого так позвать иной раз, да? Я хотел узнать, что работник или нет. Привет. И разведка пошла. Все, мы в раздел. Андрюха, я с тобой. Ставлю мину для наших приятелей. Нет, вообще посоветуйся, как лучше сделать. Где там бойня? Либо по дрону. Да-то я по дрону. Ничего себе, ты напугал. У меня тут, слышишь, как телек колотит? А у меня самого тут джойстик затряс. Джойстик затряс. Если надо что-то делать. Делать. Это да. Ну там есть, да, кто-то? Да. Разведка, разведка походу старая остался и пришел за мной, да? Ну да, 250 очей у него. Как он успел? Мина, походу, была. Да, мина будет, но я все равно под... Нет, он же C4 бросил. Нет, это доктор. А нажать на дверь. Вон он, справа. О, как хорошо. Блин, не успею залететь к разведчику. Кого там? А, дрона? Блин, а я тут вокруг дерева заблудился, прикинь. А он и разведчик такой же хуёвый. Идёт там кто-то. Стас. Не, не там. Гордец. В лицо или что? Ай, сзади, 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 сука, сзади. Разведка пришёл за мной. И не жахнул нами, не трансвестит, блядь. Индраджит, блядь. А он себе не может поставить, да, видеть мины именно? Значит, сука, не видит. Значит, сейчас будет ломиться и взорвется. Фух, блядь. Я его не видел в упор. Индраджит, это он кто? Он здесь сидит, наш. А, это золото, вот, которое играл с нами. Да киньте на мои мины там его что-нибудь. Да-да-да, вон он, вон. Здорово, здорово. Все, нет Индраджида, можно подымать. А кого всё, у них? Все, последний, я понял, я последний.
Их двое еще остались. Да, кого-то подняли. О, медика подняли. Понял, где медик? Они все вот на дороге, на той, на главной. Поставьте мину на эту вот. А где он? Вот там. На эту шерсть. Где он? В этом кусте он. В каком в этом? На нахуй, снайпер. Уже разошлись, вот. Да я на метке отвлекался, и нахуй, в этом кусте, в этом. Я так и не понял, один в один куст ткнул, другой в другой. Сука, метла осталась. И заглушка тоже отлетела. Вон она, пошли. Вот на него надо мину. Покажите, где он. Я сейчас вижу черепуху, но он у меня сейчас пропадет. А, у меня мины нету. А, вон снайпер. Все, пацаны, я пойду покурю. 3-4 минутки. Давай. Вернусь. Давай.